Черт, ну где жених? О, боже! Эй, что происходит, Кир? Да где тебя носило? Дай руку. Наша дочь решила, что уже пора. Нет, у нас же была еще неделя. Ким, ты что? Ты мне руку сломаешь? Нужно сесть в машину. Давай. Хватка, что надо. Ладно. Давай, садись за руль. Ну, едем! О, боже! Держи дверь, быстро! О, боже! Тихонько. Дай руку! Тихо. Гони! Моя рука! Так, на выезде поверни налево! Погнали! О, да! Отличный мужик! Ник! Все будет хорошо! Помощник умеет водить! Давай! Веди! Кейси показал мне дыхательную технику! Ау! Ай! Моя рука! Что за херня? Что? Что там? Осторожно! Свиньи! К черту, свиньи! Да их! Эй, детка! Ты, конечно, рожаешь, но... Ай-яй-яй-яй, моя рука! Браво! Как продвигаются схватки? Прости, не знаю, как там у вас все устроено. Зачем? Это безумие! Спокойно, Ник! Я спокоен! Я в панике, но спокоен! Одновременно! Типа про цервикс! Это браво! Парадокс! Это что, бензовоз? Хочешь увидеть свою крестницу? Как она прекрасна. Что ж, выходит, мне все же придется сменить название компании, да? Наверное, тебя все уже достали, но спасибо. За все, что ты для нас сделал. Если что нужно, обращайся. Ну что? Поехали домой. Да.
Вирджил Минклер, если вам нужна защита, приходите в тюрьму округа Хоуп. Здесь есть кров и еда. Это тюрьма округа. Нам нужна помощь. Эдемщики пытаются прорваться сюда. Если рядом кто-то есть, помогите! Эй, салага! Слава богу, помоги нам! Боже мой! Заклинило! Ты! Нужны патроны! Ты спас наши задницы! Они все лезут и лезут, никак не уймутся. Достали. Будто разворошили осиное гнездо. Там машины! Черт! Врача! Ты! Полезай на ту стену! Роджерс, сварочный аппарат внутри. Фути брал его последним. Ищи. А ты за мной. Тащите железо. Если понадобится, снимите двери камер. Ясно? Тогда за дело. Времени мало. Проблемы? Нет. Твари лезли по стене, но мы их сняли. Дверь. Вроде не страшно. Жить будешь. Прижми посильней. Знаешь, я ведь уже собирался в отставку.
Думал, будет скучно. Эй, представишь нас, или так и будем болтаться унылым говном? Манеры! А, Эдит и Вёрджил не до того. Говорил же, грубая речь — это признак... Ты не носишь значок! Нет, я не ношу значок. Надо подсчитать потери. Но мы же пумы! Вообще-то нет. Слушай, я ношу значок. И шериф тоже носит значок. И этот... простите, кто это? Один из моих помощников. Ты же говорил, что их всех схватили. Почти всех. Говорят, наш друг заставил эдемщиков попотеть. Ха. Вот как. Что ж, тогда впрягайся. Халявщики нам тут не нужны. Трэсси хорошая, вы подружитесь. Кстати, она права. Дел у нас тут хватает. Поспрашивай. Рад, что ты с нами. Ну ладно. Привет, ковбой. Честно говоря, не думал, что увижу тебя снова. После аварии я помню туман, поля. А потом я увидел ее. Ты ведь тоже ее видел, да? Все, что она говорит, все, что обещает, это все ложь. Держись от нее подальше, или кончишь, как маршал. Блажь стирает воспоминания, освобождает. Хочется остаться в ней навсегда. Но это ложь, все ложь. Если бы Вёрджил и Трэсси не нашли меня, я бы остался там, в море блажи. Узник собственного разума. Они спасли мне жизнь. Пумы... они хорошие ребята, но уже на грани. Мы должны им помочь. Больше некому. А вот еще что. У нас есть доктор. Ну, ветеринар вообще, но он старается как может. Пару часов назад он исчез. Никто не знает, в чем дело. Поищи его, ладно? Моя жена... Привет, чувак. Научила меня, чтобы быть на жизни. Привет, чувак. Как дела, мисс? Поиски. На них не один год. Веру я была как крыса в лабиринте, бегающая за куском тухлого сына. Отец помог мне понять, что за пределами лабиринта... мир, где меня не сад...
знаю, это все во благо. Нет, прошу, я не хочу умирать. Нет! Прошу, я не хочу умирать! Ой! Прошу, помоги мне! Иосиф давал им шанс одуматься. Церковь никого не отпустит. Когда живешь вдали от города, все тратят припасы с умом. Эти идиоты-эдемщики не знают, с кем они связались. Остальные уймутся. Помоги. Спасибо. Конец! Отзови пса! Спасибо за помощь. Я доктор Чарльз Линдси. Я из тех, кто укрылся в тюрьме к югу отсюда. Вера и Ангелы давно пытаются добраться до нас. Я искал способ помешать им, когда меня схватили. Я знаю, как создать приманку для ангелов. Но ингредиенты остались в сумке, которую святоши бросили в пруд. Но я не умею плавать. Да-да, так бывает. И хочу, чтобы ты достал ее. Может, теперь мы наконец покончим с зомби-солдатами Иосифа? Кстати, я Чарльз. Все зовут меня Док, но я не совсем правильный доктор. Я ветеринар, но сейчас за местного полевого медика. Зашивать раны от пули и принимать роды у животных — совсем разные вещи. Прости, неважно. Дело такое. Я нашел кое-что, что привлекает ангелов. Мы сможем согнать их в кучу. Хотел испробовать, но все пошло кувырком. Сраная секта. Мне не хватает ингредиентов, но меня убьют, если я останусь здесь. Я должен вернуться в тюрьму. Выручишь меня? Я дам список того, что нужно. Если найдешь, у нас появится реальный шанс выжить. Thank you.
Знаю, обо мне ходят слухи. Говорят, что я лгу, манипулирую людьми, что я одурманиваю их разум. Что ж, я поделюсь с тобой своим рассказом, своей правдой. Жила-была девушка, и весь мир был против нее. В школе ее травили, дома над ней издевались. Она села на иглу. В одиночестве ждала смерти. Потом пришел отец. Дал ей надежду, веру в себя. Отец помог ей понять свою истинную суть, открыть в себе любовь и жизнь. Дал ей новую семью, принял ее такой, какая она есть. И девушка больше не желала смерти. У нее была цель. Однажды отец привел ее сюда. Спросил, верит ли она в него. И сможет ли она умереть за него. Девушка испугалась, ведь она очень хотела жить. Отец сказал, что это испытание. Он поверит в нее, если она поверит в него. И тогда она прыгнула. Отец сдержал слово. Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть вера. Иди по пути. Позволь отцу указать тебе путь. Ну же, впусти дар отца в сердце. Я дам тебе цель. Я освобожу тебя. Чувствуешь перемену? Ты жив. Чувствуешь? Первый шаг — это всегда страшно. Но мы в тебя верим. Пройди путь паломника. Следуй пути. Я встречу тебя. Oh.
надо разрешить носить оружие. Мы в безопасности. Спасибо тебе. Ну как, тяжело пришлось? Я бы дольше копался. Ангелы веры все равно, что зомби. Когда тебя так напичкали блажью, нормальным уже не стать. Но с моим средством мы сможем хотя бы убрать их с пути. Когда я закончу, давай ты испробуешь приманку в деле. Она сработает, я уверен, на 95%, но надо узнать наверняка. Здесь я убил своего первого оленя.